действительно, это в современном мире не настолько это необходимо. Психологическое здоровье важнее. Нету просто человеческих отношений сейчас, уже не говоря про отношения между парнем и девушкой. Вон сколько обмануть там или своя выгода только. Именно вот взаимности даже в отношениях. Потом один старается, другой не старается. Одному надо, другому не надо. Зачем это? Спать заем. Есть хорошие моменты в отношениях, я не спорю, есть люди, у которых хорошие отношения, но к этому очень долго идти надо. Еще там, как тебе повезет, на удачу тоже. Как человека подберешь. Ну, это тоже. Иногда дружба это круче, чем. Уже была замужем и развелась. Это твое предположение? Нет? По глазам видишь? Есть, меня, да. Да даже в парах, даже не только мужья. Уже на стадии отношений могут так же делать. Причем это не от того, что он не изменит. Это не от того, что, как сказать, чего-то не хватает в отношениях. Есть такие типы людей, которые мне прям обязательно гуляют. Ну, то есть, как бы, знаешь, как трофеи собирать. То есть, может всего хватать, там, у девушки не болит голова, там, знаешь. Или там она не стерва и не выносит мозги. Но при том все равно будет гулять, потому что нужно, чтобы было количество, набрать количество людей. Ну, как людей, девушек, как трофеи. Чисто по животному, короче. Полицию заявление? А ну если физически обидели, то да. Песня вовремя. Да. У нас тоже в стране такое распространено. Только недавно же это приняли закон более-менее ужесточающий к мужчинам в нашей стране. До этого было ничего, в общем, страшного, если это муж и жена, потому что мужа не будет. Ну, сейчас ужесточили после вот этого суда, заговорила, суда с Бишимбаевым. Чуть более, там приняли, в общем, защиту женщин, закон уже построже, а не так, как было. Было, что все равно там на женщину, если она в браке, то мужчине там ничего не будет. За бытовое насилие. А теперь нет.
Вот, да, как у вас. У нас, в принципе, похоже все. И у вас в стране, и у нас такое рядом. Сплошь и рядом. Да, да у нас лучше даже вечером не выходить. Вот, например, где именно я живу, просто мне ипотеку, ну как, там определенная сумма была, на которую меня одобряли. И, допустим, район ближе к моим родителям, где я хотела взять квартиру, там слишком дорогие квартиры. Я взяла, ну вот, где было по карману, в общем. Первоначальный взнос, который мне подошло, я тут взяла квартиру. И если честно, здесь да опасно. Вечером тут драки, тут еще что-то, тут полицию вызывают, как бы на